Всем привет! Посмотрите, что я накупила. Но эти у меня были. Я купила еще сколько? 5 штук. 5 штук по 500 рублей. Ну, где-то 580 рублей. Посмотрите, какие все бравенькие. Я вчера пересадила. В общем, буду разводить. Вот такую красоту себе. Вот. Всем привет поближе. Расскажу о своих делах. Немножко поготовлю с вами. Я понимаю, что всем это настахерило, эта вся еда. Девочки, но у меня безвыходное положение. Мне приходится готовить что-то мягкое. Значит, что происходит с моими зубами? Кому не нравится и кто думает, что это контент не очень, пожалуйста, сразу... Другого не будет, пока другого не будет. Это проблема, проблема она у всех, она не только у меня. Вот, я сейчас половину, наверное, или все сделать. Не, половинку хватит. Сделаю себе немножко сырничков мягких. Видите, шепелявлю. А что делать, куда деваться, куда деваться? Значит, что происходит с зубами? Зубами происходит пу-пу-пу, в добрый час. Сейчас, девочки. Добрый час, как говорится. Голову поднимать не буду, потому что без зубов, сами понимаете. Я думаю, что проблема это не только у меня. Я думаю, что у меня канал возрастных дам. Мужчин у меня очень мало. А если приходит мужчина, то какой-то поперечный. Понимаете? Поэтому, как я и говорила, их нету сейчас мужчин. Ну, кто-то находит, слава богу. Слава богу, кто хочет, тот находит. Знаете, мы же делимся на категории, наверное, женские категории. Кому-то лишь бы портки были, а кому-то они нахер не нужны. Основная масса, кто пожил один, он уже вкусил вот эту свободу, что ты не должен никому отчитываться, куда ты пошел, когда пришел, и что у тебя есть покушать. Я думаю, что каждая женщина обходится одним бутербродом буквально, потому что основная масса женщин уже наготовились до отрыжки, и поэтому спокойно могут скушать какой-то бутербродик или сварить одно яйцо, и на этом все. Как думаете, забить мне сюда яйцо и проблендерить? Наверное, да. Вот, что с зубами? Пью сегодня я, сейчас скажу, 4 дня я пью антибиотики. Антибиотики сильные. Антибиотики, слава тебе, Господи, мне помогли. Вот, помогли чем? Помогли, у меня перестало болеть, я вот так могу, а то у меня же здесь все болело. Сегодня мне на прием 18:00, я пойду, девочки, туда же, как ни странно, скажете, странная женщина, пойду туда, объясняю почему, клиник очень много, в Санкт-Петербурге клиник как нерезанных собак, или как сказать... Как грязи, понимаете, как грязи. Банков, клиник стоматологических, парикмахерских, как грязи. Другое дело, нету специалистов ни в одной области. Но это уже другая история, правильно? Все правильно. Короче, я маленько его подмешала. Почему? Потому что он крупкой, а надо... Не, чтобы творог был не крупкой. Тогда у вас сырники the best получатся. Вот, эти дни что я делала? Я ходила в баньку, занималась на своем тренажере. Он скрипит, я не знаю как. Мне кажется, я мешаю соседям. Я не знаю, как мне его смазать. Он такой сильный. А будет ли от него толк? Будет, если я убавлю питание. Но я теперь питаюсь, девочки, буквально вот бананы у меня мягкие. А мягкий банан, он сильно калорийный.
Если вы берете с прозеленью бананы, вы можете смело их есть. Они не такие калорийные, не такие сладкие. Это уже доказанный факт. Банан от банана тоже отличается. Потом бананы, они есть газированные, то есть газ запускали в камеру хранения, где хранились, и тем самым они быстро дозревали. Это отдельный такой бизнес есть, газирование бананов, да. Так что вот. Ну, в общем, я пью антибиотики, состояние полегче. Купила, вот я вам показала себе цветочки. Зачем, скажите? Для чего? Ну, люблю я цветы, люблю. Я люблю цветы, они у меня не растут, они меня не любят. Как-то так. Сегодня у меня будет реклама Василька. Василечек опять порадовал, это просто. Обязательно зайдите, когда я сделаю растопырку, распаковку. Обязательно посмотрите Василек. Два шикарных платья пришло летних, просто прелесть. Пришли спортивные костюмы, которые я сама лично заказываю для себя. Да, я не похудела, нет, не постройнела. Ну и слава богу, чтоб ничего не болело. У меня нет такой вот прям необходимости. Я смотрю на возрастных дам, и когда они худеют, и у них вот такая кожа становится никчемная, и вот это вот все дрисиси. И когда женщины пишут, а я там, ну, к примеру, 60 килограмм, я вижу, как когда 60 становятся на весы. Я это вижу, девочки, это смотреть больно. У вас нету мышц нигде, у вас очень слабая кожа, кто худеет неправильно. Вы теряете белок, видимо, и у вас очень плохое качество кожи и очень плохое качество тела, потому что... Тело должно быть наливное. А когда становятся на весы, и там вот такие ручки и такие ножки, и нету жопки, вот это как две пачки махорки. Ну вы меня простите, но... Пардон, слюнями подавилась. Нет, я не простыла. Вот, поэтому, девочки, я лучше буду в таком весе, аппетитная, красивая женщина. Ну, в меру красивая, в меру аппетитная. Девочки, ну себя не похвалишь, но очень многие же приходят просто подзасрать, понимаете? Вот. Вот такие у меня будут сырнички наивкуснейшие. Это творог я съем живьем. Вот. Арбуз. Арбуз я блендером пропустила. Блендер. Ну, потихоньку ем, потому что я обожаю арбузы, я их обожаю с хлебом. Вот такие вот дела. Вот, сковородку я помыла уже, я готовила рыбу и готовила овощи. А вчера Валюша меня угостила, я похвалюсь вам, свинина тушеная, ну, такая тушенка, 325 грамм. Ее тоже, по-моему, угостили. Ликина Дулева, это Орехова Зуева, Московская область, готовит. А, Валюша говорит, вкусная. Вот. Ой, как неудобно без зубов, девочки. Я не знаю, как это вообще, это так противно смотрится. Готовлю я на масле кхи. Вот. Масло кхи у меня город Грозный. Я беру, это уже у меня, наверное, четвертая банка. Да, девочки, недешево, но оно экономное, и оно без пальмового масла. Мне нравится. Так что это не реклама. У меня вот лежат помидорки, а кто их будет есть, не знаете? И я не знаю. И я не знаю. Так, сейчас мне надо сделать колобашечки. Девочки, настроение, слава богу, хорошее, потому что, когда не болит, а чего тогда печалиться? Я со своей Петюнькой тут разговаривала. Это мой сын с двумя детьми. Видно вам там или нет. А маленькая крошка, наша красоточка. Вот, растет по чуть-чуть. Документов у меня как не было, так и нет. Я и не делаю ничего, девочки, потому что...
зубами, понимаете. Сейчас слушаю очень много американских каналов. Америка тоже опускается на дно, я вам хочу сказать. Сын не жалуется, ничего не говорит. Сын только ругает что-то Россию. Ну, потому что, девочки, мы оказались по разные стороны баррикад, поэтому иногда мы друг друга не понимаем. Но для меня Россия, как я вам говорила, это родина. Родилась я тут, и умирать я буду тут. За президента я топила и топить буду. Лучшего, я думаю, президента уже нам Бог не даст. Это будет один из лучших президентов, останется в нашей памяти и на нашем. А вот скажите мне, пожалуйста, если перейти на политическую тему, вы мне скажите, пожалуйста, у меня же очень много умных людей сидят на канале, очень умных, и продвинутых, и начитанных, и грамотных, и политически подкованных. А кого бы вы видели, а кого бы вы хотели, или кого вы видите на пост президента нашего? Вы кого-то видите? Лично я не вижу никого. Если бы был господин Примаков жив, я бы, наверное, за него голосовала. Это единственный человек, которого я все время любила. Сейчас, конечно, недостаточно, а очень грамотный и очень молодец стратег у нас, конечно, господин Лавров, это естественно. Ну, а основную массу я бы оттуда повыгоняла. Если бы была моя воля, я бы вам честно скажу. Потому что ни для кого не секрет, многие попали туда из преступников, легализованные преступники, это так называется. Ну, я думаю, вы и на местах на своих видите. Вы видите все, у вас у каждого есть район, поселок, есть какой-то там, допустим, сельсовет или есть еще что-то. Вот. Я хочу сходить тоже к своим, к главе, так сказать, девочки. Вот у нас очень дорогое кладбище. Вот мне напишите, пожалуйста, как у вас обстоят дела на кладбище. У нас, значит, дела обстоят так на кладбище. Все чинно, благородно, ничего не могу сказать. Ценнички поднебесные, это даже прям вообще хорошо все. Никакие чужие памятники, где-то вы бы изготовили памятник и приперли, и поставили бы там, допустим, своей маме или мужу. Такого у нас делать нельзя, категорически причем. Снесут два счета и проводят вас во свояси. Но это я не к этому. Значит, когда я прихожу к мужу, хочется протереть памятник, помыть там плитку тротуарную. Хочется убраться, но у нас нет воды нигде. Не то, что попить там, ты упал в обморок от жары или там. Ты не то, что там попить, ты не можешь даже руки помыть. У нас воды нету. У нас есть там такая, знаете, как она была поглубже, такая лужа с трупным ядом, это естественно, потому что она в низине, а наверху могилки, из могилок сочится вот эта вода, и из этой воды, из этой лужи мы черпаем, так сказать, мы черпаем воду, чтобы полить цветы на кладбище у своих родных и близких. В общем, как-то так. Если у тебя нету машины, девочки, не причесанная, да? Ну, такая теперь, такая. Пока не буду с волосом ничего делать, пока не вставлю зубы. Я устала уже, вы даже себе представить не можете, как я устала от этого всего. Почему я часто делаю сырники? Потому что, девочки, они все-таки белок, и они все-таки мягкие, и они достаточно сытные. Вот почему. Вот. Так, что еще? Так вот, закончу тему по поводу кладбища и по поводу сточных этих с ядами, так сказать, с ядами лужи. То есть администрация кладбища решила, что обойдетесь. Понимаете, в чем дело? Но если вы приходите на кладбище, тут же какой-то чел приходит и тебе сует визиточку, типа вот обращайтесь, тут если вам облагородить или еще что. Ну как-то у нас вот так.
Ну, в общем, вот такие вот дела. Девочки, вопросов было много по поводу третьей внучки. Много подписчиков, которые не в курсе, откуда же вдруг взялась, ну, всем кажется, откуда вдруг взялась третья внучка. А она не третья, а она первая. Катюше нашей день назад исполнилось 30 лет. Катюша это первая внучка моего мужа. У него был первый брак. В браке у него не сложилось. Я семью не разбивала, нет. Они разошлись до меня, они жили не очень хорошо. Но это я не обсуждаю, потому что у каждого своя жизнь, девочки. Я никогда не обсуждаю, кто как живет. И я никогда не выставляю, а у меня есть такие знакомые, которые, вот что бы ты ни сказал, ну, у того человека будет лучше. Ну, что бы ты там ни произнес, все равно кто-то скажет, что у меня лучше. У меня не лучше, у меня как бы все обычное, обычная семья. Ну, в общем, первая внучка закончила, они живут в Москве, если вам интересно. У него дочь взрослая, очень красивая, ухоженная дама. Вот. И, значит, первая внучка ей 30 лет. Ну, а наша курочка родилась, ей еще только, знаете, сколько моей матушке? Моей матушке 3 недели. Ну, в общем, она уже взрослая женщина. Вы не думайте, что она маленькая. Она взрослая уже женщина, хоть ей 3 недели. Мы, конечно, смеемся над ней. Щечки колесенькие, все колесенькое. Ну, а Милочка ее, конечно, обожает. Милочка ее обожает так, что глаз да глаз. Потому что она не подходит к Яне просто так. Она подходит, вдруг все трясется. Ей так охота ее жмякать, эту девчонку. Ну, в общем, а тем более ей запретили целовать ее в щечки. Она посещает у нас школу, ну это по-американски школу, она ходит в садик. Милочке будет 3 года 23 августа, а Яночке будет месяц, полтора месяца. Ну, тоже день рождения. Поэтому такие вот дела. Вот откуда у нас взялась третья внучка. Нет, девочки, я до 3 считать умею, поверьте. Поэтому как есть, так и есть. Так и рассказываю. Я не рисуюсь никогда на камеру, я уже говорила. Я никогда не высасываю с пальца. Я никогда не хочу никого ругать. Ну, в плане, там, когда блогеры тебя осуждают. Есть же много, у меня такого нету. Я как бы это... Секреты я тоже не рассказываю. Я могу только рассказать про себя. Поэтому чужие секреты для меня это... Это не мое, это не мои секреты, и это меня не касается. Вот. Ну вот, девочки, я сделала 3, 6, 9 штук, да? 3, 6, 9 штук. 9 сырничков. Ну, хватит раза на 3, на 4, может, хватит мне. Потому что многие почему-то думают, что если я готовлю, допустим, вот столько, там пишут, да ты никогда не похудеешь, девочки. У меня такого и не стоит, конечно, чтоб я прям, знаете, вот приготовила и все сожрала. Не знаю, может, у вас так, почему-то вы свое переносите на меня. Нет, ем я ровно, как все обычные здоровые люди, но я не ем так, чтоб прям выйти голодной из-за стола, нет. Дома я не убиралась, ничего я не делала, у меня не было настроения, девочки. Голову не поднимаю, потому что смотрится карикатурно и смотрится ужасно. Вот. Многие говорят, да ладно, даже не слышно. Нет, девочки, я себя со стороны вижу, поэтому, конечно, я не буду поднимать. Не, конечно, иногда советы нужны, но я больше на свою, так сказать, на свою логику всегда опираюсь. Вот. Про YouTube немножко скажу. С YouTube'ом я не знаю, что делать. Но на YouTube я буду выпускать по-любому, если даже они сделают замедление. Потому что без YouTube'а блогеру не обойтись. А таким, как я, недоблогером, тем более. У меня
У меня же, слава богу, ко мне обращаются с рекламами. И я буду работать, пока будут обращаться. Ну, а к тому моменту, может, Бог даст, я все-таки попытаюсь сделать визу сама. Потому что дитю некогда. У него двое детей, жена. Я не могу настаивать, чтобы мне все бросили и мне делали. Но мне очень хочется побыть. Потому что, девочки, годы идут. Годы идут, перелет жесткий, тяжелый. Для меня лично кто-то скажет, сиди, да сиди. Лететь тяжело, лечу я обычно больше суток я лечу. Это очень сложно. Туда ты прилетаешь, там, значит, 7-8 часов разница. И поэтому ты попадаешь в такое, знаете, как бы как ловушка. Не ловушка, а ты попадаешь в другое измерение. Ну, лично мне тяжело. Может, кто-то скажет, да ну и что? Нет, девочки, мне тяжело. Может, мы все разные, понимаете? Вот, мне надо убавить сырники, а то уже горят. Вот такие вот дела, девчонки. Вот. В бассейне теперь ходят очень много народу. Очень много народу ходит. У нас 3 бассейна закрылись на зачистку, на проветривание, грубо говоря. И поэтому народу теперь у нас тьма тьмущая. Я купила себе абонемент на 2,5 года за 26 200. 2,5 года. Время у меня теперь будет лимитированное. У меня будет с 7 до 5 часов вечера. С 7 утра и до 17:00. Так будет грамотней. Ну, как-то так, девочки. Вот. Что-то салфетка в чем-то испачкана. Девочки, у меня тут стоит Гербалайф. У меня тут есть остаток. Я иногда на ночь... Ну, тут знаете, сколько снупов? Ну, может, 3 снупа осталось. Хочу допить, потому что платила бешеные деньги. Вот. Многие продают какие-то другие добавки. Но мне они нахрен не нужны никакие. И запомните, девочки, какой бы вы ни пили добавку, если жрать не перестанете, если не начнете заниматься спортом, ничего не получится. Вот и все. Ну, спортом, каким спортом? Хотя бы ходьба на улице. Это самое хорошее. Самое хорошее – это ходьба. Вот, потому что вы, когда на улице ходите, желательно час без перерыва, и походите вот неделю, час без перерыва, неделю походите, и вы увидите, результат уже на весах. Вот. Я вам уже говорила, как меня покрасил нынче господин Карынч, мой любимчик. Плохо покрасил, плохо. У меня волос какой-то вредный. Взял, видимо, слабый оксид, или как-то он у них там называется. Блядь, сожгла палец, больно теперь. В общем, не знаю, девочки, что еще с зубами дальше будет у меня. Я не знаю, что они мне предложат. Но я, наверное, буду просить, чтобы экспресс делал зубы. В смысле экспресс, понимаете, да, чтобы побыстрее. Вот, потому что у меня работы много, работы. А я ничего не делаю. Вот так. Вот, сегодня, скорее всего, я вам, наверное, тоже запишу. Девочки, пришла мультиварка. Мультиварка необычная, такая навороченная, что я, сложно в ней разобраться. Вот. Но я посмотрела другие ролики, оказывается, все очень просто. Надо было давно посмотреть и отснять, и все. Я буду готовить там овощи, кашки и рыбки, потому что все-таки мультиварка, сами понимаете, это более здоровый образ жизни, здоровое питание – это мультиварка. Вот, а тем более, которая пришла мне, она красавица, она удобная, она не займет много места на кухне. Она очень такая прям красивая, я бы сказала. Ну и многофункциональная. Да, многофункциональная. Вот. У меня все горит тут. Я убавлю газок. Вот такие получились сырнички.
они не сгорели. Это так еще свет падает. Свет. Вот такие вот дела, девчонки мои. Спасибо большое вам за комментарии, за поддержку. Еще 125 раз скажу и миллион раз Арине скажу огромное спасибо. Девочки, не придумывайте, конечно, это не миллионы, но это достойные деньги. Это достойные деньги. Я вам хочу сказать, что, конечно, я говорю, почему, конечно, потому что это большие деньги для меня. Я всегда приравниваю человека, который дает бонусы, я с собой сравниваю. Дала бы я кому-то такие деньги. Может, потому что у меня их нет? Я вам скажу, что нет, не дала бы. Ну, допустим, вот я посылаю в какие-то фонды, или, допустим, я девочкам своим дарю подарки. Да, это работа, я делаю рекламы, и многие рекламы я дарю своим друзьям. Это тоже моя работа, одна из работ, поэтому я считаю, что это тоже достойные подарки. Ну, кто-то, может, так не считает. В общем, вот такие дела. С чем я буду есть? Я буду есть со сметаной и буду есть с вареньем. Мне немножко варенья осталось в баночке, смородина. Но смородина у меня не просто ягоды, а я ее блендером перебила. И получилось не джем, варенье, но такое, хорошей консистенции. Варенье я теперь варю по 5 минут, то есть закипело 5 минут варится, закипело 5 минут варится. Варю я в 3 этапа, пока остынет, потом снова варю. Почему, еще раз скажу, кто не понимает или кто не догоняет. Почему? Потому что, когда варится вот таким способом варенье, то влага выходит. И варенье, вот даже перебитое смородина, оно достаточно густое. Особенно кто печет, очень часто печет пироги, то вот этот способ приготовить варенье, а если еще четвертый раз сварить, то влага еще выйдет. И получается как повидло. Вот, девочки, все мои новости. Слава Богу, я могу уже вот здесь нажимать. Я не ходила никуда. То есть врач не дурак, как мне показалось. Потому что когда болит, ты проклинаешь все, вы меня понимаете. Когда болит, ты второй раз чистил, это его проблема. Была это не моя, я никакой пищи туда не запихала, как он мне сказал, конечно. Потому что десна была зашита, и десна, если бы это было снизу, тогда было бы понятно, потому что снизу может набиться пища. А у меня это сверху, и тем более я такую там булочку или супчик блендером, не могла забиться наверх. Я же не топтала зубами. В общем, без зубов, девочки, очень тяжело. Вот сегодня схожу, потом вам отчитаюсь, что сказали, какой следующий этап. Вот, девочки, кому надо удалять, удаляйте смело, вообще не бойтесь. Вы понимаете, в чем дело? Удалять не больно. Удаляйте хоть 10 зубов сразу. Другое дело, надо, чтобы врач был проверенный. А удалять сейчас можно хоть 10, хоть 15. И не пишите там, я доктор, я врач. Не верю я. Я почему-то не верю. Это, конечно, никакой вы не врач, там есть женщина или там мужчина, я не знаю, кто это. Типа вот так. Я не верю, это специально пишут, что я врач, я там доктор, я там еще что-то. Удалять можно, я внизу удаляла 7 зубов и 6 имплантов сразу же ставила. Но я под общим наркозом это делала. Вот. Поэтому я ничего не чувствовала. Слава Богу, все хорошо. Но наверх я импланты не хочу. Девчонки, слава Богу, все мне, все написали, сказали, что верх держится великолепно, съемный. Я вам рассказывала, дама, я вот ее опять встретила, она мне опять все показала. Шикарно. Поэтому я, наверное, обойдусь. Я обойдусь, наверное,
Конечно, это будет стоить тоже не 15, не 20 рублей, как раньше, а это будет стоить, наверное, 1060. Ну а что делать? На такие случаи всегда надо иметь денежку, а как? По-другому никак. Нам сейчас в нашем возрасте без денежек никак. Будем подтягивать, будем завязывать, так сказать, на желудке экономить. Хотя, ну как экономить, девочки? Ну чего уж смеяться-то? Битками холодильник. Ну где мы уж экономим? Нет, ну у всех жизнь разная. Кто ее как построил, кто ее как выстроил, эту жизнь. А кто-то, может, построил бы по-другому, но есть какие-то проблемы. Но это уже, так сказать, другая история. Это же это другая история. Вот, поэтому, когда бы я что ни сказала, там, скажу за пенсию, я плохая. Ну, типа, мы тут в Питере получаем пенсии большие. Нет, девочки, в Питере получают деньги такие же, как и вы получаете. Другое дело, сколько у вас стажа и какой был заработок. Вот, еще раз коснусь. В Москве, да, получают. Ну, в Москве получить пенсию добавочную, она так и осталась, называется статья «Лужковские». Так вот, чтобы получать вот эти лужковские, девочки, надо прожить как минимум 10 лет. Если я сейчас продам свою квартиру и куплю в Москве, мне лужковские деньги никто не даст. Потому что я не житель, так сказать, не коренной и вообще никакой. Просто приезжие, вот как таджики у нас, так и я. Приеду туда как таджики. Вот. Но каким-то образом все равно люди получают. Я вот стояла, недавно пошла, оплачивала свой проездной, и стоит не русский товарищ, дедок такой, и он тоже оплачивает. У меня вопрос, с какого перепугу, это где он так заработал льготу? У меня напрашивается, девочки, только один ответ, все продается. Я думаю, что за этот проездной, я думаю, что они платят. Вот, он не мог заработать у нас в России вот этот проездной. Не мог. Вот что вы мне не пишите, это значит просто кто-то сидит продажный и продал вот этот проездной льготный билет. Ну, а возможно кто-то свой отдал, а кто его будет проверять? Ну хотя нет, мы проверяли, когда я проверял. Ладно, девочки, это другая история. До встречи, спасибо, пишите ваши комментарии, пишите ваши, ставьте лайки, спасибо вам заранее, вот, ну и старайтесь, конечно, не оскорблять. Каждый блогер, конечно, по-разному несет свой канал, по-разному преподносит, некоторые эпатажные, наоборот, лезут на рожон, ну, а я стараюсь более скромнее себя вести, вот, поэтому вот такие дела. Спасибо вам большое и всем пока-пока.